Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Найт, и сегодня мы играем в Майнкрафт на сервере КБГ. На этом сервере есть такой режим, Суперкрафт Брос называется. Здесь можно выбирать классы, например, Эндермен, Скелет, и у каждого своя способность. И надо выживать. Я сейчас стала овцой. У овцы 3 или 4, что ли, шерсти. Зеленая — это она отравление дает, самая плохая. Красная, которая у меня сейчас, это огненная. Синяя на отдачу. Есть еще фиолетовая. Фиолетовая самая сильная. Она бьет как алмазный меч и откидывает очень сильно. Вот меня один раз сейчас убили. Справа вы видите индикатор жизни. Сколько жизни осталось у игроков. Сейчас я тут всех пережарю. Это лед. Здесь еще ты зарабатываешь геймсы за победу. За первое место, если ты остаешься, то дают 2 геймса. Если ты занял второе место, то тебе дают 1 геймс. И вот так вот надо выживать. Здесь есть всякие бонусы. Так, я не выпил. Давай, выпивайся. Блин, меня убили. Из-за зелья пил. Так вот, у меня самая крутая шерсть. Это фиолетовая. Сейчас я вам покажу, как я буду быстро всех сейчас убивать. Вот сейчас, к примеру. Так, здесь еще есть разные бафы. Здесь есть... такой бонус — огонь. Мне этот бонус нравится, потому что когда ты его ставишь, выпадает много TNT. Только надо ставить сзади. Как вы видели, вот я сейчас быстро убил льда. Ну, айс. Вот здесь овца, я ее сейчас тоже быстро убью. Вон она. На тебе. Иди сюда. Ты где? Все, я ее убил, что ли? Да, я убил. Где еще люди? Так, меня кто-то лед сзади ударил. Где? Я его не вижу. А, наверх взлетел. Иди сюда. Блин, где он, блин? Так вот, я его сейчас убью. А, минус лед. И осталась одна овца. Так, меня опять этот лед задолбал. Ой, хренак. Натя. Что-то я никого ударить не могу, меня сейчас убьют. О, ес, я его убью. Одно из сердца. Где еще люди? У меня 3 жизни у всех. По 2, по 1. Что люк делать, меня интересует. Дверь. Еще одна дверь. Щит. АФК. Блин, меня убили. Так, зеленый, самая плохая шерсть. Мне больше всего нравится фиолетовая и синяя шерсть. Меня опять убили. У меня 1 жизнь. А у кого я 2 жизни-то, я не понимаю. Вон он, походу, вон там вот сидит. Я его сейчас убью. Залезем вот сюда вот. Сюда залезем. Сейчас посмотрим. Так, это все фиолетовая шерсть. И что, все овцы, что ли? Так, блин, этот лед меня бесит.
Улетай давай отсюда. Ни одна жизнь, боюсь, проиграю. Улетай. Кому сказал улетай? Косой, косой, косой. Все, улетал, улетел. Меня кто-то сзаду, да? А, это лед. Фух, я испугался уже. Так, нас осталось трое. Кстати, здесь где-то... Вот, это наш спаун. Плеер первый две жизни. Плеер второй выбыл. Ага, здесь... А, это эндермен был. Я думал, это овца. Так, все. У каждого по одной жизни. А, вот это овца. Так, я его должен убить, должен убить, должен убить. Сейчас убью, сейчас убью. Давай, давай, давай. Давай, блин. Я чуть не убил. На тебе, на тебе, на тебе. Блин, блин, блин. Блин. Ну, как видели, он меня убил. Ну что ж, я думаю, сыграю еще один раунд. Я продолжу, когда зайду на следующую карту. Итак, мы продолжаем. Вот так вот выглядит первое лобби. Точнее, вот, выбираешь Эндермен, например. Но я выбирать особо не люблю. Вот здесь вот покупные, он там бесплатный, а здесь виповский. Так, я паук. Здесь хорошо рандом брать. Точнее, не рандом брать, а... Ну, это не класс, как бы. Просто бы рандом вот выбирать. Тут меня уже убили. Да, походу. Это кактус был. Залбав такой. Здесь хорошо рандомный брать. Ну, то есть ты никакой класс не выбираешь. Тебе попадается рандомный. Там может тебе попасть даже виповый. Как я так упал? Как нуб. Свалился. Так. Вот этот чел на нас нападает. Улетай, блин. Улетай отсюда. Блин, вот паучий класс самый говняный. Сейчас я буду просто бегать от всех. Потому что на нем скорость. Это проще всего. Сейчас я постою. Скорость 2. Так я смешно выгляжу. Один уже умер? Да. Нет, меня спалили. Кстати, здесь добавили новые классы. Ой, лошадь. И еще кто-то. Блин, он так выносит легко этот кактус. Кактусы меч на отдачу... Ой, на этот... Ну, на отдачу один, на остроту один. И еще, когда его бьешь, по полчерти с тебя сносится. Есть похожий класс, только курица. Ну, похожий класс, курица. Только там за место по полсердца снимать тебе даются 10 яиц, которые взрываются. Я не знаю, что дает лошадь. А, сейчас убью, а сейчас убью. Так, а паук еще отравляет, я вспомнила. Уж я так и не понял, что делал. О, пол сердца, блин, убью. Так, я сейчас здесь на шифте постою. Здесь вот. Чтоб меня не запалили. Я думаю, я его должен слить. Давай, слейся. Слейся. Слейся, слейся, слейся. Да, есть. Блин, у него... Блин, вот я нубский упал. Ну что ж, ладно.
Всем пока. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока и удачи!